В областном центре продолжается подготовка к новогодним праздникам. На Трехсвязской улице уже разворачивается ставшая традиционной в последние годы рождественская ярмарка. На Тверском Арбате уже появились торговые павильоны. Причем ими дело не ограничится. Тверичане уже привыкли, что в канун новогодних праздников главная пешеходная улица города превращается в самую настоящую рождественскую сказку. Появляются объекты праздничной торговли, украшенные соответственно тематике. Нынешний год не исключение. В этом году ярмарка откроется в субботу, 12 декабря, и продолжит свою работу до 10 января. Ярмарка пройдет со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, утвержденных Роспотребнадзором. Особо стоит отметить, что на ярмарке будет представлена продукция тверских производителей. Посетители смогут приобрести елочные игрушки, новогодние сувениры, изделия ручной работы. Торговлю планируют свести по будням с 11 до 20 часов, а выходные и праздники с 11 до 21 часа. При этом 1 января продавцы, как и вся страна, будут отдыхать. Здесь вы сможете купить сувениры ручной работы, фермерскую продукцию и необычные новогодние подарки. Сейчас мы установили 24 торговых домика. В ближайшие дни мы установим наши традиционные арт-объекты и фотозону. Работы по праздничному украшению торговых домиков начнутся в самое ближайшее время. Попутно на Трехсвязской улице уже появился еще один ставший традиционным арт-объект – светодиодный шар. Кроме того, под часами на пересечении с бульваром Радищева поставят почтовый ящик для писем Деду Морозу.